Представляем вашему вниманию видеообзор модулей порошкового пожаротушения серии Brandt. Производство Brandt Master. Модули порошкового пожаротушения серии Brandt поставляются в картонной упаковке, усиленной листами ДВП, что минимизирует вероятность повреждений при транспортировке. Модули порошкового пожаротушения Brandt производятся 4 моделей. Brandt 3 с массой огнетушащего порошка 4 кг. Brandt 6 с массой огнетушащего порошка 8 кг. Brandt 12 с массой огнетушащего порошка 11 кг. И Brandt 15 с массой огнетушащего порошка 19 кг. Все компоненты модулей разработаны с учетом требований украинских стандартов и внедрением инновационных мировых практик в области противопожарной защиты. В зависимости от заказа модули комплектуются потолочным или настенным креплением. Для работы в составе автоматических систем пожаротушения модули комплектуются пиротехническим пускателем. Баллон модуля производится и маркируется в соответствии с техническим регламентом оборудования, работающего под давлением. Все баллоны проходят 100% контроль гидравлическими испытаниями. Баллоны по умолчанию окрашиваются в белый цвет полимерным покрытием. По желанию заказчика баллон может быть окрашен в любой цвет. Сердцем системы является запорно-пусковое устройство ЗПУ модуля, которое было разработано и производится Brandt Master на собственных производственных мощностях с применением компонентов европейских производителей. ЗПУ комплектовано термочувствительной колбой, сигнализатором давления, предохранительным устройством и транспортным винтом. Термочувствительная колба позволяет срабатывать модулю в автономном режиме при повышении температуры. Модули могут комплектоваться колбами с температурой срабатывания 68 или 93 градуса Цельсия. Конструкция модуля разработана таким образом, чтобы минимизировать риски повреждения колбы при транспортировке и монтаже. Сигнализатор давления коммутирует сигнал о срабатывании модуля. Предохранительное устройство защищает модуль от разрушения при неконтролируемом повышении давления в модуле, например, вследствие нагрева, и является обязательным для оборудования, работающего под давлением. Транспортный винт защищает модуль от срабатываний во время транспортировки и монтажа и должен быть удален при постановке системы в рабочее состояние. Требования по проектированию, монтажу и обслуживанию, а также гарантийные обязательства отображены в руководстве по эксплуатации, которой комплектуется каждый модуль. Все модули заправляются украинским огнетушащим порошком Promix AVS-50, качество которого подтверждены украинскими и европейскими сертификатами. Все детали и узлы модулей проходят несколько этапов входного контроля и испытаний. Эффективность модулей подтверждены регулярными испытаниями и сертификатами качества. Кроме продукции высокого качества, мы оказываем техническую поддержку при проектировании и эксплуатации систем. Мы проводим гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также перезаправку систем. Мы располагаем необходимым оборудованием, квалифицированными специалистами и разрешениями для выполнения данных работ. Наши производственные мощности и складские запасы позволяют выполнять заказы в любых объемах в короткие сроки.